Идем мы. Куда идем? Идем в Бюрлинг, вон туда, подальше. Блин, маски уже даже на улице не снимаем. Раньше только выходишь, сразу сдергивал. А сейчас уже попривыкли, да, пап? Вон, идет, смотрите, от магазина до магазина. И даже и не снимает. Вот так вот. А я снимаю. Ну, Бюрлингтон, он мне больше нравится. Они примерно в одной ценовой категории, чуть, может, дороже Бюрлингтон. Но там как-то побольше путевых вещей. Ну, в Россе, говорят, тоже такие иногда вещи откапывают. Ну, в общем, идем с вами на поиски. Сейчас сколько сумок, сколько сумок. Может, сразу тележечку взять? Тут-то мы точно что-то прикупим. Или потом взять. Ну, ладно, потом. Сейчас с вами рассмотрим сначала. Ну, тут сразу видно много Халфигера. Просто тьма тьмущая Халфигера. Гес. И вот Гес. Это мы с вами в Бюрлингтоне. Тут кто-то кофточку решил не покупать. В общем, повесил тут-то. Мешает нам с вами рассматривать. Кстати, завоз был с прошлого раза. Вот я приходила, Гесса очень много. Прям очень много Гесса. Дикенвайт. Это полу, наверное. Тоже Халфигер. Гесс. Тоже Халфигер. Гесс. Гесс. Ну, тут типа летняя еще тематика, но я уже, наверное, не буду такое брать. Хотя вот этот вот Гесс очень симпатичный. Вот видите, светленькая. Я, наверное, что-нибудь темненькое буду брать. Не знаю. А, темные-то тоже есть, черные. Какая-то интересная. Ой, а тут сумка в сумке. Понятно. Не знаю. Она отдельно стоит или они вместе идут. Ну, прикольно. Ой, смотрите, не у вас черненькая появилась, как я в прошлый раз брала. Лондона Фрога много. И всяких мелких разного пошива, видите? Я Настюхе, наверное, что-то возьму, каких-нибудь кофточек, и возьму ей Халфигера мелкого. Вот такого Халфигера. Скорее всего. Я ей рюкзачок покупала. Сейчас с вами пойдем в обувь сходим. А Наташа, наверное, какой-нибудь поприличнее, такую Гесса возьму. Какого-нибудь. Вот такой рюкзачишка симпатичный, Стив Мейден. Может, Насте рюкзачишку возьму Стива Мейдена, посмотрим. Там какие-то тоже мешки сзади. Гес тоже симпатичный. Один и второй. Ой, там вот поло какой-то есть. Сумка поло. А поло, не знаю, как правильно. Ой, простите, я этот микрофон трогаю, потом вам плохо слышно.
Ну что, дорогусики, я так присмотрела примерно, что сестрички взять, что взять примяшки. Давайте с вами пойдем что-нибудь из шматья посмотрим. О, смотрите, какой Карл Лагерфельд висит. XS, мой размер. Может быть, большая. Ну, так смотрится аккуратно. Мы сейчас с вами посмотрим его. Померяем. Как вам? Я редко свой размер нахожу. В общем, возьмем мы, наверное, тележку с вами, чтобы нам удобнее было. Я очень, ребятки, редко нахожу свои размерчики. Ой, что-то Лагерфельда прям столько. Ну, эти как-то не очень, а это мне понравилось. И небось Элечка есть. Ну, нет, эту Элечку мы не хочем. Ну, XL большая ей будет, а M маленькая. Ну, что вы, меня так расстраиваете. Дикий инвайт. Блин, хотела примяшки тоже такой взять, Лагерфельда. А его нету, ее размера, эмочки. Тут обычно впереди вывешивают, господи, посмотрите, шуб. $59 шуба. Обалдеть, в нашем штате-то. Так, тут ничего у нас такого путевого нету. Лосишки эти все я обожаю. Ребят, я прям не могу мимо них проходить иной раз. Мне надо все купить обязательно. Смотри, какие симпатичные. Ну, правда, размеры не мои. Так, мы с вами чимчикуем в обувь. 5,5 нас с вами сегодня не интересует. Проходим мимо. Сегодня не про меня. Мы идем в восьмерочку с вами, потому что мы смотрим мои любимые примяшечки обувь. Мои любимые примяшечки. Как-то маленькая какая-то восьмерочка, прям... Даже я не знаю, прямо маленькая. Какая-то обувь странная. Даже если честно, глаз ни на что, ребят, не падает. Вот вообще. Вот вообще. Вот вообще не падает глаз. Ну вот 8,2. Хочется ей какие-нибудь взять-то. Сувую ей какой-то попадосик. Девятка это уже большой. Хотя тут конверсов много. Ну, девятка ей никуда, вы что, ребят? А так много, смотрите, вот конверсов особенно почему-то много сейчас в распродаже. Уги тоже имеются. Я вам честно скажу, я покупаю только кроссовки, потому что кроссовки, даже если будут велики немножко, это будет нормально. А, конечно, конечно, это не, вы что? Ну, рибочки вот есть, Левис, кстати, есть. Ну, как-то мне не очень. Наутика, кстати, оказывается, очень хорошая фирма, вот, Наутика. Я не знала, она качественная, реально. Ну, прям вообще ни одни не падают в глаз, ребятки. Что ж такое-то? Ничего приличного для моей примяшечки нету.
Пойдем с вами на поиски каких-нибудь лагерфельдов для нее. Сейчас с вами пойдем. Держи, пап. Это мне. А я хочу футболки посмотреть. Друзья мои, какой-то у нас сегодня жутко нехороший улов. Того, чего хочется, его просто нету. Так, это вообще не ее размер. Я в прошлый раз видела столько хороших этих. Хорошенькую такой Кельвин Клайн и жакетик. Я подумаю, пусть повисит. Это я подумать повесила. Так, Наське я возьму обязательно. Мне очень понравился вот этот рюкзачок. Вот, как вы думаете, Стив Мэйден вообще, да, классный? Мне очень он понравился. Да, это Наське. Так, простите меня, если я вас там шевелю. Вот этого Гесса я возьму сестре старшей. Все, я ее рассмотреть хочу. Сейчас рассмотрим. В общем, нагребла я, как всегда. Я не знаю только, что взять мне зять. Не знаю, я даже не вижу тут каких-то. Тремяшка мне очень любит рюкзачки. Я ей взяла Стива Мэйдена. Ну, это вроде как хорошая фирма такая. Ну, вот из мужского прям даже не знаю, что взять. Лёхи, потому что это так специфично. Пришла в мужские сумки я. Ничего нету путнего. Так, не будем тут тратить время. Идем с вами. Ну, прямо мне так жалко, ну так жалко, ребятушки, что нету Элечки беленькой. Есть серое, но это вообще не то пальто. Ребята, я нашла. Вот где они прячутся. Это женское. А мужское. Это все женское. Нам надо с вами мужское.
вообще. Пума. Такие сумки, сумки, девочки. А мужикам, походу, только мелкие рюкзаки. Ну да. Мужикам не везуха. Так, ладно, идем с вами. Не знаю, мне кажется, надо быть совсем большой, чтобы в это не влезть, и она влезет. Мужских тут нету кошельков. Так, видите, тут по пути главное тоже не набраться, ребят. Не набраться. Потому что тут тоже много всего. Пути, видите, тут скидывают все. Не стала брать малой ларгифер, да все-таки эмочка. Ну, не дай бог, она ей не подойдет, в общем. Что-нибудь другое посмотрим. Там все платят. Ребят, мы все с вами сделали, осталось найти папу, который нас сейчас будет убивать. Потому что я это делала долго. Она была быстро, я его нашла. У нас что-то какая-то пошла тенденция, вместо прогулок. У нас каждые выходные заканчиваются вот этим. Ёлки-палки, я что-то задолбалась с этими покупками. Как-то так жалко на них тратить субботу. Раньше мы всегда в четверг или в пятницу ездили.